Всем привет! Добро пожаловать на канал «Деревенька у пруда». Посмотрите, какую сегодня красоту мы набрали. Это луговые опятки. Они появляются после дождя и буквально быстро-быстренько сходят. Особенно, когда солнце, они сразу засыхают. Но сегодня у нас погодка пасмурная. Вчера целый день лил дождик. Сегодня такая вот красота. Хочу вечером пожарить. Ну, или в духовочке запечь с картошечкой. Посмотрите. Вы не представляете, какой сейчас аромат стоит дома. Девчонки помогли мне, их перебрали. Так, ну ладно. Сегодня у нас у Алексея Николаевича выходной. Покажем, чем мы будем заниматься. Оставайтесь с нами, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь, кто не подписался. Будет интересно. Вышла на улицу. Хочу вам пробежаться по хозяйству, показать, какие у нас изменения. Первым делом хочу показать свои цветы, свою гордость. Обстригла петунии, как мне и посоветовали. Вот тут, смотрите, уже мандулишка разная всходит. Все-все-все петунии у меня принялись. Все подстриженные. Тут все начинают сходить у меня. Во всех клумбочках все всходит. Вот. Такая красота. Начало все сходить. Вот. Кстати, вот эти клумбочки у меня сюрпризом в дальнейшем будущем вы тоже это увидите. Тут подружнее всходит. Мне кажется, вот это вот флоксы. Листик похож на нее. Так, ну погнали наши изменения. Я бы даже сказала не изменения, а пополнение. Ну куда же мы без наших собак? Здравствуйте, товарищ Тузик. Сегодня им кушать готовлю. Туда добавила и сметаны остатки, и ряженки, да? Ай, как вкусно было. Да. Как вы думаете, кто у нас тут? Конечно, конечно, наша мамочка, наша красавица. Вы посмотрите, какое у нас чудо. Вчера она, значит, уже начала их подзывать. Они все вышли из-под крыльца. И опять потом она их туда увела. А сегодня мы пришли с утра на управу. Они у нас на сеннике. Ровно 10 штучек. Ну, покажи нам малышей-то своих. Хвостиком махает, это она защищает. Покажи малышей своих. А? Мы ничего плохого не сделаем. Так, ну ладно, пока-пока, не будем тебе мешать. Зелени насажали разной. И укроп, и петрушка, и кинза, и вон там еще что-то. Не знаю, все, что у меня было, я все посадила. Все будем есть. Как говорится, что в рот полезло, то полезно. Щавель вон у меня колосится. Абрикосиковый год у нас опять не плодоносит. Мне все-таки кажется, ему надо посадить пару. Ну вот, огурчики стали вылазить. Где по два, где не по одному. Потом с Денисом мы хотим здесь поставить опоры и натянуть шпалеры, чтобы по ним огурчики росли.
Это наша грядка с луком. Прошли дожди, теперь будем выходить пропалывать. Морковочку вот мы успели прополоть. Прям вчера мы ее пропололи. И пошел дождик. Такая вот у нас красота с морковкой. Прям чудесно-чудесно. Но я уже прям вижу, уже вон где у нас сор остался. Так, тут Алексей Николаевич трактор. Я им подарила его. Че, нет, зачем? Так, тут тоже лук. Вот эти две грядки у меня с кормовой свеколкой. Ну, вот рядочки видно. Для нашей милочки. Вот эти вот две бороздки с красной свеклой. Тоже вот после дождика начала всходить. На заднем плане, как мы и хотели, тыкву посадили. Вот здесь вот две полосочки у нас идут. Кабачки. Это я вчера высадила помидоры. Огромное спасибо нашей подписчице, нашей соседке по деревне и просто очень хорошему человеку. Тетя Надя, привет-привет. Посадила я твои помидорчики. Такая вот красота. Сейчас они пару дней поболеют. И потом я их начну подвязывать. Вот один у меня помидорчик был сломанный. Но не знаю, я поставила его в воду. Может, он корни даст. Жалко, он такой хороший, большой. Ой, тут, смотрите, у меня либо арбузик сходит. Ну да. Здесь вот две полосочки у нас арбузов. Здесь вот эта вот грядочка пойдет под помидоры. Тоже потом наделаю дырочек. Я их очень быстро делаю. Наделаю дырочек и в путь. Здесь сходят у нас тыквухи. Тыквухи сходят хорошо, дружно. Тут мы сажали сорт голосемянку. Сзади тыква просто кормовая какая-то, не знаю. Так, здесь у нас картошка. Тоже, смотрю, вон начинает сходить. Господи, как представлю, что это все тяпать надо. Вы посмотрите, какой сор уже прям шубой. Ну, навоз. Унавожено. Такие вот у нас огородные дела. Вроде посадили все. Дело осталось за капустой, за перцем. Так, пойдем в сарай. Ребятки, посмотрите, какая у нас красота. Это у нас вылупились гусятки. Вон там на заднем плане цыпленок. Он у нас вылупился 18 мая. Вот этот большой рядом стоит 26 мая. А вот эти малыши вылупились сегодня. Но они, наверное, не сегодня. Кто там в ночь, кто там в день. Вот они в инкубаторе у меня обсохли. И я их перевела сюда в брудер. Тут большое помещение у них. Водичка стоит, комбикорм. Кстати, гусенятки начинают раньше кушать, нежели цыпляточки. Ой. Он такой шустрый. Тихо, 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 тихо. Такие вот дела. Такое у нас пополнение. Так, ну вот, ребятки, приехали мы к шашлычкам. Как же я вам не покажу их? Сейчас все покажем. Вот мои грязнульки. Вот мои шашлычки. Только не взяла я эту. Посветить чем. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте.
С нами, как всегда, наш Филя. Так, ну вот, ребятчики, такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши добрые комментарии. Всем удачи. Всем пока.